Обеспечить безопасность ребенку – задача как родителей, так и педагогов. Для последних сегодня в областном центре провели семинар. Помимо теоретической части, учителям показали, как действовать при пожаре и как оказывать первую доврачебную помощь. За происходящим наблюдала моя коллега. Что делать в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций? И самое главное – обеспечить ребенку безопасность, где бы он ни находился. Это стало темой обсуждения семинара, который организовал областной департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с Центром методической работы и информационных технологий в сфере образования. Сегодня мы собрали преподавателей города Петропавловска, средних школ, а также дошкольных учебных заведений с целью довести все необходимые нормы и требования, аспекты, а также практически отработать навыки в условиях чрезвычайных ситуаций в быту, при пожаре, в период ледостава. Наша главная задача – это получить результат. А какой результат? Это снижение гибели детей в условиях ЧС. ЧСники разместили аварийно-спасательное оборудование. Здесь же присутствуют психологи, а также медицинские работники, которые покажут, как оказывать первую доврачебную помощь. А как действовать в случае обнаружения дыма, собравшимся показали на практике. Всего участие приняли 45 педагогов. Сегодня, я думаю, мероприятие будет очень насыщенное, потому что, во-первых, необходимо, как для, в первую очередь для нас, так как мы работаем с детьми, и те вопросы, которые сегодня будут на этом мероприятии, мы в течение всего года по этому вопросу работаем с детьми. То есть это мероприятие сегодня состоит, посмотрел по программе, есть теоретические и практические части. На теоретические части мы выслушаем доклады наших коллег из других школ, доклады сотрудников департамента гражданской защиты. И на практической части мы отрабатываем те нормативы, те учебные эксперименты, которые должны знать. Подобные мероприятия проведут и в районах области. Адилия Кушекова, Султан Укенов, служба новостей.